Всем привет, это восьмой видеоурок из серии видеоуроков для игры Trains, специально для группы, ссылку вы видите на экране. В этом уроке я вам расскажу, как заменять звуки тележек у пассажирских вагонов. Для этого заходим в игру, контент, и устанавливаем скачанные звуки. Вот я скачал звуки тележек пассажирских вагонов. И устанавливаем их. Я уже установил их. Итак, ошибок нету. Проверим это. Установил я звуки тележек пассажирских вагонов версии 2. Теперь будем производить замену. В поиске, в строке поиска вбиваем название вагона, у которого будем менять. Например, на ВЧ плацкарте. Нажмем правую кнопку мыши на этом вагоне. Нажмем посмотреть связи. В этом списке найдем тележка плацкартного вагона. Скопируем название и ставим в строку поиска. Нашли. И на тележке нажмем правую кнопку мыши и посмотрим связи. И видим звуки тележек пассажирских вагонов. И теперь будем делать замену. Еще раз найдем те звуки, которые мы скачали. Звуки пассажирских вагонов версии 2. У вас свои. И скопируем QID. Перейдем опять к вагону и к его тележке. На тележке нажмем правую кнопку мыши «Редактировать» в окне Explorer. Открылась у нас папка тележки и нажмем файл «Config». И в текстовом редакторе, который откроется, найдем такие строки, как Track Sound. Они не повторяются, вот один столбец такой вот. И напротив строки Track Sound указан QID. Мы заменим на тот, который мы скопировали QID наших звуков. И нажимаем сохранить. Сохраняем и подтверждаем. Правой кнопкой мыши редактировать, подтвердить. Ждем, когда подтвердятся элементы. Все подтверждено. И проверим наш результат. Нажимаем поставить связи и видим, QID поменялся. Возможные проблемы. Как мы видим, у нас две тележки. Нажмем, например, на второй. Посмотреть связи и видим двое звуков. Как это исправляется? На этой тележке, которой мы нашли две этих строки, нажимаем правой мыши «Редактировать», вот не «Explore», опять «Config», находим тот Track Sound, видим у нас замененный наш QID, скопируем его и в самом низу видим тот QID, который был второй строкой. Мы его заменим куидом из строки Track Sound. Нажмем сохранить и подтвердим замену. Подтверждено. Теперь проверим.
Видим, что осталась тех только одна строка нашего замененных звуков. У первой проверим тоже. И вот, мы без всяких ошибок, без трудов изменили звуки и разобрали возможные ошибки. Если у вас возникнут какие-то проблемы в установке, вы всегда можете обратиться в нашей группе. Ссылку вы видите на экране. Спасибо. Всего вам доброго.